Почему? Ой, запрыгивай. Ну запрыгивай. Запрыгивай. Ай, молодец. Целоваться будем. И падает. Иди сюда. Ай, запрыгивай. Молодец. Целоваться будем? Целоваться. Чурчик. Все, уезжает твой зефирчик. Йось, поиграть с ним будешь? Поиграть. Зефирчик. Зефирчик. Мы не стали брать переноску, потому что жарко будет. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Зефирчик. Ты на кого знаешь? Патрулируешь, что ли? Сейчас поедем. Зефирчик приехал. Его не видно там. В общем, передали зефирика Саше, у которой два тойтерьерчика, две тоечки. Зефирчик осваивается, выполняет команды. Сходил по маленькому, по большому, покушал, в общем, осваивается. А мы уже по пути домой проехали Балашику. Осталось 3 часа. Заехали в Макдональдс перекусить. Ребят, Зефирчик уже 2 дня находится в Москве. У него там подружки, 2 девочки. Вот, освоился понемножку, кушает, все хорошо. В туалет ходит на пеленку. Мне присылают видео, я их вставлю вам. Просто мне многие просили снять, как будет жить Зефирчик. И многие просят снять видео, когда он доедет до хозяйки. Вот, она вам обязательно снимет. Все за Зефирчика переживают. Я вам ставлю сейчас видео, как Зефирчик живет в Москве. У него все хорошо. Надеюсь, постепенно он полностью освоится и все будет отлично. Зефирчику уже много купили всяких покупочек, все его ждут. Я представляю, как нереально сложно ждать его. Вот. Я когда отвезли, я, конечно, прям вообще в шоке, потому что неожиданно его мы отвезли. Ну, вот так получилось с датами отъезда. Прям неожиданно, что и там все совпадает. Юся, когда мы приехали с Москвы, искала Зефирчика, она лазила под диван, нюхала его игрушки, я убрала пеленочку, убрала мисочки, и, ну, лежанку я оставила, игрушечки пока оставила, вот на этом месте Юси искала, рыла, приносила мне игрушки, чтобы я с ней играла. Сейчас вроде бы все хорошо, я думаю, она поняла,
что Зефирчик уехал, да? Где Зефирчик? Уехал Зефирчик, да? К маме уехал. Да, Юсечка? Не уйдет. Вот так Юси любит разговаривать. Все, давайте смотрите видео, как Зефирчик живет в Москве. И в следующем видео я уже вставлю, как он приедет в город Минск. Он жить будет в Белоруссии, в городе Минск. И что ты? Стресс у тебя? Да, зайчка, стресс у тебя. Да, ты мой хороший. Девки бегут. Мелкая. Мы возле миски крутимся. Эй! Иди, Бозечки мой. Ты мой хороший, не бойся. Смотрите. Ты мой маленький. Не бойся, Зив. Зифа? Иди сюда. Зифушка. Да, ты знаешь, что ты Зифушка. Кружит тут рядышком, возле ног ходит. Опа, сейчас слоника полезет. Нет, не полезет. Потерял. Что ты потерял? Что ты ищешь, малыш? Ты уже сгрыз? Да не может быть. Где вкусняшка твоя? Где вкусняшка твоя? Вон она лежит. Зифа, скажи маме привет. Нет, пойду дальше грызть. Нет, не пойду. Что ты такой пугливый? Не пугайся. Что ты там хочешь найти? Ой, так. Ты хороший такой. Маленький. Если девочек пущу, они у тебя украдут все, что ты не съел. Мечется, нервничает, наверное, немножко. Сидеть. Хорошо. Сидеть. Хорошо. Подождите, на всех вкусняшек не хватает. Сидеть. Сидеть. Хорошо. Хм. Что ты потерял? А, мех грызет. Да? Зифа. Зифушка. Ты хороший мальчик такой, да? Ты хороший мальчик. Зефир. Зефир. Вот он где бежит. Зефир боится коридора. Ты чего коридора боишься? А, пошел к месту едальни. Крышки своей. Вон она там. Вон. Сейчас кое-что покажу. Ты что там ищешь? Дива. Ты что там хочешь найти? Блядь, прикол. Дива, сидеть. 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 Сидеть не может дождаться. Вот он, кормёжку, корму. Ну что ты? Ну что ты? Зифик? Зифик, Зифик. Кто такой? Что случилось? Да ты что? Да ты что ты? Ты на меня так ругаешься? Чего ты на меня ругаешься? Зифик. Зифик, что случилось? Что такое?
ленивец. Сейчас мы идем на балкон проверять погоду. И оп, смотрите, он мне вчера ночью показал, что он еще не боится. Да, что у него все нормально. Да ты что ты? Будем в окошко смотреть? Да, сейчас будем в окошко смотреть. Да. Что там у нас с тобой? Ничего, скажу. Все пока высыхает после дождя. Все мокрое.